спортивном оздоровительном лагере «Буревестник» подходит к концу профильная смена «IT-территория». Участниками образовательной программы стали ученики районных школ из Татарстана. Мы программировали на Python, было очень интересно, много информации новой узнали, научились. Ну, так скажем, навыки, которые были, уже отработали. А все знания, которые я получила на этой смене, я думаю, что они мне очень пригодятся в будущем при сдаче экзаменов и, в принципе, при дальнейшей работе, так скажем, на каких-то направлениях различных. Я приехал в лагерь «Буревестник» для того, чтобы получить новые знания в области информатики, в частности. Это мне очень нравится, а лагерь как раз предоставляет такую возможность. Более 100 участников образовательной программы в формате летней школы получили возможность посещения занятий по информатике, математике, робототехнике и физике. Спикерами программы выступили преподаватели КФУ. Изучали Unreal Engine, программировали, строили свои проекты. В конце смены они защищали свои кейсы, свои собственные задачи. По итогам программы ученики изучили основы программирования и создали собственные проекты для дальнейшего профессионального роста. Защитить их они смогут в один из последних дней заезда. Я считаю, что эти смены пригодятся для будущих учителей, так как мы приобретаем новый опыт. На нас лежит большая ответственность, так и у детей, так и у нас. И в будущем мы уже будем понимать, как с кем работать в дальнейшем. По окончании образовательной программы IT-территория все участники получат сертификаты. Выезд участников из лагеря «Буревестник» состоится 24 июня. Виктория Козырева, Никита Староверов, Денис Сипайлов, Универньюз.